стили танца, как современные, так и народные, а также коллектив, потому что коллектив — это важная часть танца, а он у нас очень дружеский. Я очень благодарна руководителям и хореографам. Также я сейчас готовлюсь для работы за границей в Китае. За 12 лет существования студии Fashion Club Ballet мы стали большой и дружной танцевальной семьей. Руководители студии Рене и Владимир Богдановы очень любят и заботятся о своем детище. Мы же хореографы студии дарим нашим воспитанникам знания, опыт и нашу любовь.